Кургане огнеборцы ликвидировали пожар площадью 1000 квадратных метров, предотвратив угрозу распространения огня на жилые дома. На место бывшего интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенном по адресу Карбышева, 52, незамедлительно выехали подразделения Курганского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии на место было установлено, что горит сухая растительность, пух, трава на общей площади 500 метров квадратных. Пожару был присвоен повышенный ранг «Вызов номер 2». Создалась реальная угроза расположенным вблизи очага пожара жилым домам, а также уничтожение основного корпуса неэксплуатируемого здания, которое удалось ликвидировать благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников МЧС России. В 14 часов 11 минут пожар на общей площади 1000 метров квадратных удалось локализовать. Погибших и пострадавших нет. Всего в ликвидации пожара задействовано 45 человек личного состава, 15 единиц техники.